Губернатор Сергей Морозов выступил с экологическим посланием в ходе заседания правительства. Я коротко обозначу основные позиции той экологической политики, которую мы хотели бы проводить в рамках года экологии, в последующие годы здесь, в Ульяновской области, чтобы был определенный ориентир для нас, для всех. Поскольку масштаб проблемных направлений в сфере экологии довольно велик, решать их придется постепенно, выделяя приоритетные задачи. Конкретизируя их, Сергей Морозов выделил в первую очередь работу с отходами. Первое. По проектам в сфере оборота отходов, производства и потребления. Несмотря на то, что сроки начала работы по новой системе обращения с отходами перенесены на 2019 год, мы не будем этого ждать. Я думаю, что мы будем двигаться достаточно быстро вперед и постараемся быть в числе регионов-лидеров. Здесь необходимо добавить, что именно проблему твердых бытовых отходов советник губернатора по вопросам экологии Лев Левитас ставит на первое место из четырех существующих экологических вызовов. По данным ОНФ, на территории Российской Федерации имеется 20 тысяч свалок. Среди них свалки малые, которые образуют сами по себе стихийные, свалки серые, так называемые, работающие, значит, при наличии всех документов, но не выполняющие требований, экологических требований, и полигоны ТБО, ТКО, как сейчас его называют, которые работают по полной программе и работают совершенно замечательно. В числе первоочередных направлений работы губернатор назвал модернизацию предприятий и сокращение их негативного воздействия на природную среду, работу с особо охраняемыми природными территориями, повышение уровня энергоэффективности, а также экологическое образование и экологическое просвещение. Главным же пунктом местной региональной повестки стало состояние реки Волга. Уже прозвучала интересная информация о том, что акцент в развитии системы сохранения водных природных объектов в ближайшие годы будет сделан на реке Волга. Считаю, что в этом есть и заслуга Ульяновской области. Поэтому, учитывая, что мы были в числе инициаторов начала мероприятий по комплексному восстановлению реки, нам необходимо, уважаемые коллеги, приложить максимум усилий, чтобы стать первым регионом, который получит средства на реализацию проектов по оздоровлению реки Волга. Остается только добавить, что несмотря на то, что тематический год только начался, в Ульяновской области уже вплотную приступили к решению ключевых экологических вопросов, обозначенных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.